В небольшом Нижнеслободском сельском поселении в Вожегодском районе есть много домов, которые используют как дачные жители из больших городов. Зимой они пустуют. Этим и воспользовался злоумышленник, совершивший серию краж. Проникновение в один из домов спустя некоторое время обнаружила местная жительница. Одно из преступлений было обнаружено соседкой, которая присматривала за домом в отсутствие потерпевшего, проживающего в городе Санкт-Петербурга. Соответственно, она сообщила владельцу дома. После этого с его согласия позвонила в отделение полиции и сообщила о совершенном преступлении. Следующее проникновение совершено в дом местного жителя. В данный дом он совершил два факта проникновений. Значит, здесь имела место причина, способствующая совершению преступления, потому как в замке был оставлен ключ. Воспользовавшись этим, обвиняемый проник в дом, откуда похитил по первому факту два охотничьих ножа, один из которых признан у нас, согласно заключению экспертизы, холодным оружием. Из третьего дома, принадлежащего жительнице города Вологды, злоумышленник похитил несколько бутылок алкоголя, проникнув в помещение с помощью лома, который он нашел на территории участка. Благодаря тщательной оперативно-следственной работе личность подозреваемого была установлена. В ходе осмотра мест происшествий по факту проникновения в дома в деревне Якунинская было установлено, что проникновение совершено путем взлома запорных устройств. Вот здесь видно на фотографии. В ходе данных осмотров места происшествия были изъяты также иные следы, это следы обуви, объекты микрочастицы, то есть волокна из дверей. Впоследствии данные следы были исследованы в экспертно-криминалистическом подразделении. Также назначена экспертиза с подозреваемым лицом. Изъятые следы рук были направлены на экспертизу. Экспертиза показала, что данные следы оставлены подозреваемым лицом. Свою вину в совершенных преступлениях данный гражданин у нас признал в полном объеме. В принципе, в ходе предварительного расследования всячески пытался способствовать раскрытию и расследованию совершенных им преступлений. В настоящее время в ходе предварительного расследования ущерб частично был возмещен по результатом выемок и возвращения имущества потерпевшим. Стоимость невозмещенного ущерба у нас составила сумму 2200. В настоящее время сотрудники полиции направили уголовное дело, возбужденное в отношении ранее судимого за аналогичные и другие преступления жителя Вожегодского района 1988 года рождения, в суд. Подозреваемому, согласно санкциям части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.